Нет. Приветствую, прививаем и притуливаем хорошие вкусы. Понеслась. Смотрим. А, притуливаем, понятно. Тул, Джимми. Окей. Ну вот это уже душня. Понимаете? Тул это просто душное говно. Запись хуета. Это реально, блядь, музыка для омежек. Что-то там, что-то там мямлет на заднем плане какую-то дичь. Это реально это блеяние омешки, Могли что-то нормальный стул задонатить. Пора было хотя бы. Неважно. Как с эпидемией. Не, ну это пиздец, дресняка унылая. Еще голос еле слышно, тихо. Просто пиздец. Идут строчки текста, а слов не слышно, лол. Да. Это я не знаю, это просто... Я не знаю, кому это нравится. Спасибо, посмотрели. То есть, как бы, задоначено было даже чуть меньше, но... Окей, нет. Хороший вкус таким не притулишь. Это просто абсолютная дресня, унылая. Ни одного хита у группы нету, естественно. Ну, просто какой-то... Вот есть, например, группа Fate No More, да? То есть, все, что я слышал, мне все не нравилось. Но один трек просто есть, который нахуй разъебывает. Который просто бесконечно, я помню, слушал. Это Digging the Grave. Это просто охуительнейший трек. Ну вот. У Тула нет такого. У Тула просто вот, ну, просто вот все вот это блеяние, омешки, блядь, пиздострадальцы. Я не знаю просто, что это. Это просто какой-то бред.